ЧП в Ленинском районе. Из окна выпал 2-летний ребенок. Трагедия произошла накануне вечером в доме по улице Энергетиков. По предварительной версии, малыш облокотился на москитную сетку. Устройство не выдержало, и он выпал из окна 3-го этажа. С тяжелыми травмами ребенка доставили в больницу. За его жизнь сейчас борются врачи. Обстоятельства ЧП выясняют следователи. Известно, семья, в которой воспитывается малыш, характеризуется положительно.